Певица Валерия в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой. Многодетная мама тщательно следит за собой. Она ведет здоровый образ жизни и много времени проводит в спортзале. А недавно супруга Иосифа Пригожина показала свое реальное лицо без макияжа. Поклонники привыкли видеть Валерию при полном параде, идеальный макияж, модная укладка и наряды с иголочки. Певица решила показать, как стилисты и визажисты готовят ее к выходу. Артистка предстала в халате. На ее лице ни грамма косметики. Реальное лицо кумира восхитило поклонников. Она отлично выглядит, стройная, ухоженная женщина. Валерия, вы без косметики похожи на маму, делятся фанаты. Стоит отметить, что Валерия охотно рассказывает о генетике, с которой ей очень повезло. Об уходе за телом и лицом с помощью современных косметических средств и о правильном питании. Например, ужинает она, как правило, не позднее 4 часов дня. Также Валерия утверждает, что ни разу не делала пластику. С уколами красоты отношения у нее тоже не сложились. Больше всего Валерия доверяет аппаратной косметологии. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.